Академическая ругань из Саратова. Академический мат. Нет, ну, вообще, нет, вообще, да, мне очень, на самом деле, Слава, будет, конечно, вот приятно, приятен, на самом деле, этот формат, потому что, честно, вот то, что в интернете происходит, они все матерятся. Ну, то есть у них как бы кайф, такое впечатление, кто больше в минуту скажет матершины, как бы, да. Ну, это такая, это, знаешь, ложное понимание свободы, понимаешь, когда они могут там, типа, между собойчик ограничить тем, что они... свободно в собственном выражении, понимаешь? А это тоже культура, это же мы тоже несем какую-то часть культуры, которой люди будут... А будет-то все равно молодежная аудитория смотреть, потому что взрослым уже наплевать, что там происходит, понимаешь? А молодежь будет смотреть, она же будет с нас снимать все-таки моменты поведения, какой-то разговор, как правильно поставить речь. Проповедник какой. Это сверхзадача же тоже какая-то. Ты же не просто так, для чего мы делаем фестиваль общий в конце? Чтобы собрать люди, которые... над пластом культуры, над пластом культуры попсовой, понимаешь? Той, которая делает что-то особенное. Ну да. А людей особенных надо выводить сразу на уровень культуры, не просто там «Ох ты, ёб твою мать, буду завтра вспоминать там». Да, ну это прикольно, конечно, но это ну, сука, как да, Сережа Шнуров, да. Блин. Как каждая затычка в жопе, блин, понимаешь? Вот и все. Да-да, поэтому вот это... Нет, все верно, потому что и на самом деле я когда вот даже монтирую иногда куски, то все равно, когда много мата подряд, очень сильно режет прям уши. Мат и... не монтажный, да? Не монтажный. Хочется как бы затереть. Нет, Сережа, да? Он ну, как бы в технически в другой плоскости передачи находится. Да, я все понимаю. Мы можем тебе выделить отдельную программу, чтобы ты только матерился там. Мы тебе сделаем, Серега, отдельную передачу из чуваков, которых мы вырезали, блин. А ты всю программу будешь материться, блин, понимаешь? Вот это будет клевая передача, блин. Вот те, которые прошли, они прошли культурный отсмотр. Мы будем говорить, как прекрасно звучала ваша музыка, вы прекрасны в ваших исполнениях. А будет отдельная передача, где ты будешь говорить, ах ты, сука, ты не научился, падла, играть, ах ты, мудак, где твоя, где, маму позови, мать позови, кто тебя учил, отца вызови, хватит жрать водку, мудила, блин, да. И тогда это будет другой формат передачи. Слушай, а это на самом деле не нужно будет передачу делать, это, знаешь, будет как по скриптам, когда показывают неудавшиеся кадры из фильма, когда они снимали, да, да. Какая-то лажа. И в конце... Да, и там надо будет писать, там 18+. Ну да. И это как по скриптам такое, что типа, ну, было нормально вот так, а еще было вот так, вот, короче, чтобы все поржали. Да, такой будет Сережа Лайф такой, особое мнение называется.